Депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов вместе с председателем Совета депутатов Одинцовского округа Татьяной Одинцовой проинспектировал Акуловскую среднюю школу. Особое внимание проверяющие уделили соблюдению всех санитарных правил, а также вкусовым качествам блюд и их соответствию утвержденному меню. Инспекция Акуловской школы прошла без замечаний.